Температуру подаваемого воздуха мы снизили в связи с тем, что на улице была настоящая весна. Температура воздуха доходила до плюс 15 градусов, как всем известно. В связи с понижением температуры наружного воздуха до плюс 3 градусов, сегодня мы повышаем температуру подаваемого тепла до 75 градусов. Сегодня после обеда во всех домах будет тепло.